Если говорить о киберпреступлениях, а мы теперь понимаем, что в ряде западных стран стало чуть ли не правилом хорошего тона систематически обвинять Россию во всевозможных грехах, особенно в сфере кибербезопасности. Так вот, если говорить о реальности, то все это разительно отличается от представлений западных политтехнологов. Потому что именно наша страна одна из наиболее активных участниц международного сотрудничества, в частности, в области информационно-коммуникационных технологий в Афганистане. Мы действительно не можем согласиться с целым рядом действий.